Среда, 2 августа, Мюнхен. Будничный день, идет дождь, но в немецкий музей науки и техники очередь огромная стоит. Ну, придется выстаивать, уже стоим полчаса. Но я надеюсь, оно того стоит. Да. Let it go.
подержаться за 109-й Мессершмитт. Я на таком летал. В игре Ил-2. Фау-2. Детище Вернера фон Брауна. И тут зал, посвященный космонавтике. Американцы на Луне. Орландо. Советский скафандр. О, это классное сравнение. Смотрите, вот все началось с этой первой ракеты Фау-2 Вернера фон Брауна. 44-й год, Германия. Советский Союз, 57-й год. 58-й. 54-й. Ну и самая славная ракета, на которую ударен, это Восток. Довольно большая. Но потом еще больше размерами. Союз. Протон. Блин, Протон самая большая. Реально. Если мы посмотрим эти ракеты все. А нет, там еще какая-то американская большая есть. Дура. Посмотрим. Офигеть. Сатурн 5. Самая большая, наверное. Сейчас